Комплекс «Родина» – одно из основных спортивных сооружений в городском округе. За несколько десятилетий здание существенно обветшало. Ему необходима была реконструкция. Идею провести здесь капитальный ремонт предложили неравнодушные жители Химок. Инициативу разместили на сайте «Хиж онлайн», где своими голосами ее поддержали тысячи горожан, а также депутаты местного совета. Проблема эта возникла несколько лет назад, когда в аварийное состояние пришла большая чаша бассейна. Очень долго мы ждали того, что наш бассейн откроется. Спортивные секции наши не прекращали работу. Они были принесены на другие площадки. И тренеры, и дети продолжали заниматься, получать разряды. Но, тем не менее, все равно мы ждем. Гарантом реализации инициативы выступает глава Химок. А сам проект поддержал губернатор Московской области, выделив дополнительное финансирование. Благодаря этому речь идет о полной реконструкции спортивного комплекса. На встрече компании-подрядчика и депутатского корпуса с местными жителями рассказали, как идет строительство и на каком этапе реконструкция сегодня. Больше всего людей интересует будущий бассейн. По словам подрядчика, его метраж и объем останутся прежними. А вот система вентиляции претерпит кардинальные изменения в лучшую сторону. По чаше, то есть у нас проведено полное обследование, определены, скажем так, аварийные участки, получено заключение экспертов. То есть, соответственно, все эти моменты сейчас устраняются, то есть проблем объективно не будет. Все системы водоподготовки меняются, ставятся актуальные. Все оборудование будет стоять современное, то есть, соответственно, и вентиляция. Духотой тоже эту проблему мы решаем. Завершить реконструкцию спортивного комплекса «Родина» полностью планируют уже в конце ноября этого года.